Да, я готов. Может, челлендж какой-нибудь сделаем для себя? Какой? Типа, не знаю, снайперская пара, болтовки, пистолеты на запасные. Да давай. Давай. Что у тебя такое? Где? Ремингтон? Да, 700. В Архангеле? Угу. Да вы, батенька, это... Экзерсенец? Угу. Дроги. Кто-то бегает по автобуске через дорогу, которую у нас, понял? Да, слышно кого-то там. Двое туда заходят. Один минус. Один прямо между автобусами справа. То есть второй уже. Где между автобусами? Ну, вот правые два автобуса есть, вот он где-то перед ними. Где ты находишься? На крыше. Ой, а крыша. Большая стройка, короче, второй этаж. Дам туда. Интересно. Ты там прыгаешь, куда запрыгиваешь? Да, я запрыгиваю. Ищу его. Если моя интересная зашла, ему хана там была. Тебя боты хейтят? Угу. Хейтер на ботов. Так, что за калаш? Калаш это работает на потере. Где-то на огне. Ну, бот попасть. Ну, их надо, короче. Я через железку стреляю. Убил. На танке есть, на гаражах. Люди есть, короче. Надо отыгрывать хорошенечко. Это по тебе все еще? Или по кому-то просто? Глушители летят. Да по мне работает снайперская форма. Со снайперского, понял? Понял. Уверен? Минус. Хорошо. Чекай малую стройку, там кто-то в пролом зашел под плакатом. РГХи. Да, взорвалась. Все еще там. Я ближе подойду. Его автобус проверить, типа, которого ты убил. Да хрен с ним, никуда не денется. А ты кепка, ёпа! Да, вот. Убила. А вижу, типа, на автобусе. На мосту автобус? Да, да, да. Убил. Ну, либо я, либо ты. Я убил. Это как особенность национальной охоты. Мой выстрел был первый. Мой. Он так посмотрел еще, да, внимательно. Да, так еще. Да. Ну, вообще-то, говорит, я перезаряжался в этот момент. Ты же здесь находишься? Малая стройка внутри. На крышу иду. Мост движения не вижу. У это нас что? Кто-то в этом магазине. Не знаю, бот, не бот. Чувака в магазине. Убил? Нет. Убил. Хорош. Убил еще одного чувака за КПП. За тигром. Юсек.
открыто, давай, понимаю. Я мосту. Угу. Спрыгиваю, спускаюсь. Да, тут есть. О, ты парень, какой крутой. Пипец, здесь пауки валяются, братан. Ну, найс. Давай барабанную дроп. А, ты убил, зараза, его. Да я ж говорю, я убил. Еще один копор. Да, короче, копры устроили какой-то замес. На консультате какой-то там. Так, бегу на мост. Спасовую накладку на шлемике. 61-й патрон. Держу в курсе, да? Вернемся в автобуску, посмотрим. Потом на танк просто выйдем, да и все. Ля-ля-ля. Ворон Твич. Тут какой-то был убит мной. Твич? Ворон? Угу. Надо сейчас посмотреть, куда друг уделся. А где ты? Вот тут у тебя на выходе. А друг у него вот тут бегал внутри. Че, тут никого не взорвал? Значит, он ушел, зараза такая. Где полный, блядь? Где там все? Перед нами. За бетонными кольцами. Вижу. Это кто? Юсек был, бля? Да, Юсек. Его тоже сейчас челобот, честно. Тоже показалось челобот сначала. Даже не стал изначально загреваться на него, так сказать. Да, я как-то стоял в кубаньке. Я думал, только один остался. Буду его байдить. А тут по шапке прилетело. Хочу вам сабочку первого левела от души. Добро пожаловать в снайперскую роту и, ребята, булочку. Ох! Булочку сейчас. Ману лить? Нет, ману пока сейвим чат. О! Троих в итоге был, ты тоже троих, да? У меня трое, три ЧВК и раз, два, три, четыре, пять. Пять ботов, все в голову убийцу. Я туда иду потихоньку. Давай. Я буду новую стройку. Ого. Здесь и мутанты еще у меня. Именно. За проходом от бомжа. Блин, стамина, как то не вовремя закончилась? Иди там толпа носится, слышишь? Где именно, брат? От бомжа, проход туда, к медичке. Одного убил. Кидаю, да? Второго убил, максимальные фулки. Нет, 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 прав. Там еще есть где-то. Меня спалили. Где, где-то? Ну вот эти времянки, там целый ряд времянок стоит. Я понял. Где-то там. Отсюда уже вряд ли я смогу попекать, надо обходить их. Знаешь, что сделать? Залезь на гараж, залезь на гараж. Я только что там был. Только что там был, двух убил, они спалились еще там. Я спрыгнул оттуда. Mm-hmm. Ну, типа, только труп вижу. Где? По центру, где бочки. Там они двое должны лежать. Ну, гранаты. На гаражах. 65-й. Акула Алина какая-то тут. За помойкой никого.
вторых голову. Я не знаю. Блин, вот фулка фулкой, но, блин, с ППШ. Ну какого хрена, блин? Видно, конечно. Второй мутант, 55-й. Джорджелина. Тут, короче... Где девочек убил? Не знаю. Накулина, Джорджелина. Пар второй вижу. Где? Хорош. Внутри сидел, что ли? За библиотекой был. Понял. Он меня выстрелил, я в него выстрелил, мне казалось точнее. А! А! Ну что такое, чат? Да? Да? Я люблю винтовку, обалденную. Это по маме, не предусмотрено. А, чел выбежал с длины на малую. Видел. Как-то я не попал. А, там, наверное, мусор должен был быть бетонный. Он вправо перебежал. За бочками огня опасно. Не надо, бля, шайтан! В смысле, кто орёт, блин? Это он так орёт. Я не предупреждаю. Ты поубил, блин? Да. Что за стрип-снайперы, блин? Что он орёт? Не надо, говорит, шайтан. Живой? Да. Где он? За мусоркой, знаешь, мусорка есть? Да. Он ровно за ней. Убегает к длине. Прямо вдоль красного большого заводика. Надо ГС-ку, наверное, проверю. Пойду. Опа! Ой, блин. Чувай? Фух, да. До капки ходил. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.